Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о Евангелии от Матфея и обратимся сейчас к второй главе Евангелия. Вторая глава начинается с рассказа о поклонении волхвов, и здесь для читателя, как древнего, так и современного, важно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, то, что волхвы – люди, принадлежащие к совершенно не иудейской традиции. Это персидские маги, астрономы или звездочеты, иногда в разных переводах – и в разных толкованиях о них говорится как о мудрецах, так или иначе это были представители персов, представители другой религии, и появление их в Иерусалиме выглядит чрезвычайно странным для современного читателя и очень поучительным для читателя древнего, потому что... В библейской традиции, в том культурном контексте, в котором работает евангелист Матфей, было характерно существование двух разных взглядов на язычников. Одна сторона этого спора, в составе которых множество людей, начиная от... Древних библейских авторов и деятелей библейской истории и заканчивая фарисеями и садукеями, полагала, что э, на Божьем суде иудеи будут оправданы, а язычники осуждены. И, соответственно, погибнут. Иудеи спасутся, язычники погибнут. Эта позиция вполне э, находит свои основания в представлениях характерных для библейской культуры потому что суд божий собственно состязательный процесс между теми кто богу доверял и шел за ним и теми кто богу не доверял и за ним не шел и вот собственно оправдание это не вынесение суждения о том, что там данный человек достаточно хорош для царства. Нет, оправдание это э, утверждение Богом того факта, что вот эти люди на Бога надеялись и делали это не зря, и их упование не будет посрамлено. А вот эти люди на Бога не надеялись, э, жили не по его правде и, соответственно, их надежды э, на какую-то э, благую участь будут посрамлены. Соответственно, э, конечно, за этим стоит известная и э, психологическая, такая нравственная проблема ксенофобии. Конечно, э, на это невозможно закрывать глаза, но все-таки представление о том, что иудеи спасутся, язычники погибнут, оно не было только ксенофобским. Отчасти вполне, в общем, и религиозный характер имело. С тем вместе в библейской традиции мы наблюдаем не менее важную, хотя и не такую громкую традицию э, так называемого пророческого универсализма, представление о том, что избрание Богом Израиля э, совершается для того, чтобы через избранный народ э, спасти все человечество. Вы будете мне свидетелями э, по всей земле как э, говорит Бог, в частности, через Исаю Вавилонского. Для того избирает Бог один отдельный народ, причем, как сам он говорит, э, не потому, избрал я вас, что вы лучше всех народов, а совсем наоборот, э, слабое и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных, как выражается апостол Павел для того совершается это избрание, чтобы возможность спасения была дана не только самому этому народу, но и через него всем остальным. И народы мира придут к свету Иерусалима, говорит Бог через все того же Исаия Вавилонского. Или, как он говорит через пророка Захарии, Захарию первого, Ухватится 10 человек за одежду иудеи и скажут, мы пойдем с тобой, потому что мы слышали, что с вами Бог. Пророческий универсализм представление о том, что боящийся Бога во всяком народе под небесами угоден ему. И если люди поклоняются Богу Израиля, исполняют его заповеди и живут по его правде, это их упование тоже, как и упование народа Божьего, не будет пострамлено. Более того, пророки часто говорят о том, что на самом деле дело вообще даже не столько в уповании, сколько в нравственном облике. И безнравственные и жестокие в народе Божьем погибнут, а праведные и чистые сердцем из язычников могут спастись и быть спасены Богом. Вот это, конечно, совершенно невозможно для религиозной публики всех времен и народов, в первую очередь для фарисеев и садукеев идея, тем не менее, особенно в простонародных слоях. Израильского общества того времени она была вполне хорошо известна и даже, может быть, следует сказать, популярна, хотя э -э далеко не для всех. Так вот, рассказ о волхвах, которые приходят откуда-то из-за пределов народа Божьего, волхвах, которые заведомо, по определению, поклоняются не Богу Израилю, но все-таки приходят поклониться Иисусу, для м -м, евангелиста и его свидетельства этот рассказ чрезвычайно важен. Именно потому, что он говорит, вот, народы мира, начиная с волхвов, приходят к свету Иисуса, потом будут там, сотник, римский, эфиопский евнух и многие-многие миллионы людей, которые стали христианами из язычников. Но исполнение пророчеств, пророчеств о том, что действительно язычники, когда придет мессия, будут обращаться к Богу Израиля, начнут обращаться к Богу Израиля. Вот это исполнение пророчеств и демонстрирует. Евангелист своему читателю в рассказе о поклонении волхвов. Для того, собственно, он здесь и нужен, этот рассказ. Теперь еще один важный тоже для читателя момент ⁇ это звезда, за которую следуют волхвы. Дело в том, что предпринималось и предпринимается немало попыток определить то астрономическое явление, которое послужило этой звездой. И здесь, пожалуй, я не буду углубляться в подробности. Существует несколько э, версий того, что же это все же было за астрономическое явление, коль скоро волхвы были именно э, астрономами персидскими. Э, в любом случае все возможные варианты указывают на время около пятого года до Рождества Христова, плюс-минус примерно год. И, собственно, на основании вот этого краткого упоминания о звезде каком-то астрономическом явлении, которое э, послужило для волхвов знаком того, что родился э, в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, э, относят нас именно к этому времени, примерно к минус пятому году. М такая Разница в датировках связана с тем, что когда, собственно, вычислялся год э, рождения Иисуса Христа Дионисием Малым, вот, э, поскольку он пользовался не слишком надежными хрониками и другими историческими источниками, ну вот, произошла некоторая ошибка, и примерно лет на пять а, эти датировки оказались неточны, хотя я бы сказал, что для того времени и для использованного способа подсчета плюс-минус пять лет – это а, совершенно великолепная точность. К тому же, кстати, заметим, что и царь Ирод умер в минус четвертом году до Рождества Христова. Вот эта звезда и упоминание царя Ирода это такой э, не вполне надежный, но все-таки почти единственный способ датировать события, связанные с Рождеством Христом, хотя, конечно, согласитесь, в конце концов, когда бы оно ни датировалось, принципиальной разницы для нашего отношения к Евангелию и к тому, что Иисус нам в Евангелии говорит, от этого не меняется. Теперь еще один важный момент – это то, что волхвы приходят в Вифлеем поклоняются младенцу, приносят дары, золото, ладан и смирну, поскольку почти сразу вслед за этим Иосифу с Марией младенцем пришлось бежать в Египет, золото, я думаю, было очень кстати, и там э -э -э, в этой вынужденной эмиграции потратилось. Поэтому, когда сегодня нам предлагают образчики а этих даров, ну, в общем, можно только улыбнуться. Важно вот что еще увидеть в этом рассказе. Во-первых, то, что волхвы тоже, как и Иосиф, как и другие люди в Новом Завете и в Ветхом тоже, тоже получают откровения от Бога и тоже способны послушаться этого откровения, боящийся Бога во всяком народе под небесами угоден ему. Вот они не возвращаются к Ироду, видимо, понимая, что из себя представляет этот самый Ирод. Оказывается, что не их происхождение языческое и какие-то особенности персидских верований, а их собственный нравственный выбор, личный, делают их участниками этого Божьего замысла, причем поступающими так, как повелевает им Бог. Далее евангелист Матфей коротко упоминает, о избиении младенцев в Вифлееме, надо сказать, что для Ирода, в общем, вполне характерный поступок. И царствование царя Ирода оставило после себя рассказы о бесчисленных злодеяниях, убийствах, массовых казнях, которые совершал царь Ирод в попытках в стремлении удержать власть. Поэтому в приказе Ирода совершенно ничего необычного, вообще говоря, нет. Я бы сказал, что у современного читателя некоторые изумления вызывает появившаяся в позднейших византийских толкованиях цифра в 20 тысяч э, младенцев, избиенных в Вифлееме. Но в Вифлееме э, вообще население э, в то время было от силы тысяча, может быть, две человека. Конечно, там никаких 20 тысяч младенцев быть не могло. Ну, оставим эту цифру на совести византийцев, сколько бы этих младенцев ни было. Чудовищность этого преступления это никак не отменяет. Но в контексте евангельского повествования еще важно, что евангелист дополняет свой рассказ о язычниках, пришедших поклониться Богу Израиля в Иисусе, родившемся в Вифлееме, дополняет его еще и э, образом людей, которые как ирод формально э, принадлежат к иудейству, но по сути являются врагами Иисуса. И этот выбор, не еще раз повторю, не предопределяется предыдущей биографией происхождением этих людей. И заканчивается вторая глава рассказом евангелиста Матфея о бегстве в Египет, о том, собственно. Про что нам, кроме упоминания, это ничего и неизвестно, хотя существуют разные билетристические, расцвеченные красочными деталями позднейшие э, толкования, как это происходило. Важно по факту, что Иисус вместе с Иосифом и Марией становится беженцем и... Э, оказывается на некоторое время в Египте, и лишь после смерти Ирода Иосиф решается вернуться в Палестину, причем не в Иудею, где Архилай, наследовавший Ироду, в общем, немногим лучше этого самого Ирода, но отправляется на север в Галилею. И здесь вот... Я думаю, важно обратить внимание на то же толкование пророчества. Евангелист, рассказывая о бегстве в Египет, приводит цитату из пророка Оси, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Стало быть, э, евангелист предлагает нам увидеть в том, что святое семейство сначала бежало в Египет и затем вернулось, как некоторое исполнение этого самого пророчества. Более полная цитата из э, Оси звучит так. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта воззвал я сына моего». Стало быть, Бог через Осью говорит о том, что исход, выход народа Божьего из Египта было таким призванием, был таким призванием, когда Бог предложил своему народу пойти за собой, это собственно и сформировало этот народ Божий. Собственно получается, что Осия говорит не о мессии, как о сыне Божьем, а об Израиле. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта возвал я сына моего. И в общем, по-видимому, для иудео-христианской культуры и некоторых других богословских течений разных эпох вот характерно понимание того, что часто то, что говорится об Израиле. И о Мессии двоится и может быть истолковано как э, в приложении к народу Божьему в целом, так и в приложении к Иисусу э, Мессии Израиля. И в том и в другом случае оказывается э, правильным, верным, уместным толкованием. Вот как с этим самым из Египта возвал я сына моего. Хотя, конечно, для современного читателя вряд ли этот способ толкования пророчества, которое предлагает нам, которое использует евангелист Матфей, покажется близким и очевидным. А в отношении следующего пророчества, когда, рассказывая об избиении младенцев, евангелист э, приводит цитату из э, Иеремии: глаз в раме слышен, Рахиль плачет о детях своих, э, в общем, даже и все попытки современных богословов реконструировать, как движется мысль евангелиста и почему именно это пророчество он предлагает в качестве объяснения происшедшего в Иерусалиме, в общем, конечно, остается без успеха. Тем не менее, и во второй главе, как и в первой, Матфей рассказывает о... Детстве, о начале жизни от Иисуса, о том, что предшествовало Его э, служению, рассказывает как о э, такой череде событий, над которыми рука Божья, и в которых люди, начиная от Иосифа э, через Волхвов э, до Ирода, э, участвуют в зависимости от того, выбирают они Бога и его замысел или нет.